Всем привет, ребята! И в этом видео я вам покажу, как сделать фон шум в, короче, поняли, каком-то приложении, но я не знаю, как оно говорится, поэтому просто вам хотела сказать. Так вот, некоторые искали тутор и не могли найти. И нет, это и никакая шутка, и не фото. И всем спасибо за 79 подписчиков. Ну, давайте наберем больше. И ладно, давайте не будем затягиваться и будем продолжать. Сначала вот у нас лежит перед собой чистый лист. Мы нажимаем на кисть, потом мы нажимаем на кнопку «Фильтры». Потом мы видим кнопку шум, нажимаем на нее, а потом крестик. У меня тут что-то залага. Потом крестик, и потом после этого и у нас появляется фон шум. Ну и так вот, и чтобы его обводить, приближать, то мы нажимаем на кисть, и потом после этого мы нажимаем на карандаш, который с какими-то звездочками. Ну, спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.